show. We'll be right back.
Всем привет, 23 февраля 2016 года на дворе. Поздравляю всех, кто служил в армии, с Днем Защитника Отечества. Всех остальных не поздравляю. И прошу, сейчас я микрофон немного откалибрую. Прошу меня тоже не поздравлять, потому что я не только не служил Отечеству, но и не собирался этого делать, всячески этого избегал и... Вообще считаю, что защищать страну, там, как клочок земли или еще что-то, это самое дебильное вообще, что может быть в принципе, как бы, вот, что это пустая трата времени, если есть какая-то угроза, там, территории, на которой ты живешь, то надо максимально быстро паковать вещи и валить. АМГГ-3, спасибо за подписку, то есть, воюют за интересы политиков только конченые идиоты, поэтому и существует этот праздник, чтобы... в идиотах распылять как бы жар, который не дает ему сидеть и заставляет идти в армию, брать в руки автоматы и умирать ни за что, потому что когда-то кто-то разделил карту на территории. Мистер Сноун, спасибо за подписку. Я никакого смысла в этом не вижу, поэтому с Днем Защитника Отечества меня поздравлять не надо. Я считаю, что все... солдаты, те, кто идет служить по доброй воле, это дебилы, как бы, и биомусор. Вот, что дальше? Я обещал неделю Bloodborne, но она переносится на следующую неделю, то есть, если она не настанет завтра, то, как бы, обещание отменяется. Шучу, на следующей неделе, на этой, видите, релизики всякие. Плюс мне надо закончить Левиафан и ночной XCOM еще постримить, который, может быть, даже станет вечерним стримом в какой-то момент. Плюс еще в арму хотел забежать, поэтому я сначала раздам как бы все долги, вот, а потом уже сяду за Bloodborne. То есть сначала надо закончить все, потому что будешь в Bloodborne играть, а это затянется, может быть, и не на неделю, а на дольшее время и начнется, блядь. А когда XCOM ночной и так далее... Так, следующее. Блин, хотел сказать, что, во-первых, извиняюсь за то, что съел луковицу перед стримом. Я понимаю, как от меня пахнет сейчас. Впрочем, это, наверное, не так сильно чувствуется, потому что интернет пока не способен передавать запахи. Но воняет от меня ужасно. Дальше. По поводу группы ВКонтакте. Я доволен тем, как все там есть. Вот, вот это нормальный подход. Вот так мужчины и должны вести себя. Спасибо за 200 рублей. Давайте сегодня весь стрим в честь 23 февраля писать гейские донаты. То есть, как бы, чтобы, ну, как бы противостоять этому дебильнейшему празднику. Дайте я даже назову стрим пещерный мужик на 23 февраля. Хакамоду. Спасибо за подписку. Хакамода — это, наверное, дочь Хакамады, которая больна синдромом Дауна. Пещерный мужик 23 февраля. Так, спасибо за 180 рублей. Дальше. Дальше. Что-то я еще хотел сказать. А, по поводу того, блин, стримить в дни, когда есть другие интересные стримы, это настоящее мучение. У Гитмана началось довольно интересное РГГ по новым правилам. Я с радостью его бы смотрел, но надо. Надо стримить самому. Меховик, спасибо за подписку. А, про группу ВКонтакте. Я доволен, как бы в нее много народу вступает, много заходит, но я недоволен модерацией. Короче, вы не понимаете смысл. Ну, то есть, модераторы, наберите из чата добровольцев, самых, как знаете, как в милицию берут, самых затюканных, самых ублюдков конченых, которые хотят толстух, уродов там всяких моральных, которые хотят оттягиваться на других людях. Вы не понимаете, группа ВКонтакте — это абсолютно бесплатная вещь. Тетраграмматон, спасибо за подписку. То есть... люди, понаписывая комменты в группе, они не платят ничего, то есть это идет вразрез с моим мироощущением, как бы. Поэтому большинство комментов, 95%, они выглядят как комменты от идиотов. Алекс494, спасибо за подписку. Не нужен повод для того, чтобы банить. Вы не понимаете, если в день вступает 100 человек, значит забанено должно быть 99, чтобы оставлять прирост. FNCSGO, спасибо за подписку. Другими словами, банить надо за все. Дебил пишет, не знаю, что посмотреть, Ювентус, Бавария или стрим. Бан.
так как он любитель футбола там. Чувак пишет вообще любой коммент про готику там какую-нибудь, там, я не знаю, про... Вот, ну, давайте просто зайдем в группу ВКонтакте, сейчас забаним первых, там, 5 человек, комменты которых мне не понравится, такой вот интерактив. Так. Так, так. Так. Вот, чувак, не... Ща, короче, всех забанит, так как все толстухи уроды. Кек, ну, человек недоволен новой политикой, как бы сразу бан навсегда. Выписываем. Никаких банов на неделю, на день. Роналд Эстер, спасибо. Роланд Эстер, спасибо за подписку. Никаких полумер, только баны навсегда. Ну, там, не знаю. Вот, какой-то дебил написал. Я тибаляв. А что это вообще значит, я не знаю. Просто бан навсегда, там. Мэтт Гей, там, что-то там про детей. Бан навсегда. То есть, другими словами, Кабука, спасибо за подписку. Давайте какой-нибудь такой более-менее коммент такой нейтральный, да, там, допустим. Лучше бы там, допустим, вместо этого поиграл бы в это. Вот я вижу коммент бана всегда. То есть вы банить должны все вообще. То есть чтобы под новостями из 170 комментов осталось 30. И все они выглядели так. Спасибо, Мэтт. Мэтт, ты красавец. И там, я не знаю, смайлы, сердечки какие-нибудь. Все, больше ничего не должно просто остаться в группе. Поэтому модераторы, которые уже есть, которым я дал админку, поназначайте, ну, это прежде всего iReady, понабери из сабчата каких-нибудь придурочных вообще, которые просто берегов не видят, и пусть они банят 95% комментариев. Даже если есть какой-то намек на нейтрально-положительную позицию, типа спасибо, спасибо, там, и сердечко, сразу бан. О, вот таких вот даунов. Привет, да, да, тут да, какие-то да. Дебилы бан, пишут бан. В группе Контача, так, что на... Спасибо за 180 рублей. Так, 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 так. Ну, 200 рублей от Лиски. Благодарю, Лизонда. Надеюсь, это не фейк Лизонда. Так, ну чего, чего, ребят? Пойдем играться, наверное. Я хрюкал, а не пердел на прошлом стриме. Это вранье. С вранье. С вранье, так. Ну что же, это у нас PlayStation. Вот Far Cry Prumal. Ну, то есть, получается так, что, к моему величайшему сожалению, игра не вышла на ПК пока еще. Да, есть доступ только на PlayStation. Да, PlayStation, поэтому я потратил на нее 3000 рублей своей жизни. Как бы лучшие 3000 рублей. Так что будете смотреть. Будете смотреть и радоваться тому, что я вам новинку показываю заранее. Она еще даже не вышла на ПК, а вы деньги сэкономите. Ну, сегодня все стримеры, на самом деле, топовые будут мне играть. Дед, здравствуй, Илья. Спасибо. Если тебе станет одиноко, знаю, я всегда готов разбавить твой вечер. Не. Не. Мне есть кому разбавить вечер. Если бы я хотел разбавлять вечера, я бы уже давно их разбавил. Джесси Джонс, спасибо за подписку. Ребят, спасибо, что пришли. Нас уже 10к на стриме. Это огромное количество просто. Вот. Еще раз 23-м всех, кто служил. На этом, как я уже сказал, ограничусь. По поводу Ягуза, спасибо за подписку. По поводу чего еще хотелось бы сказать. Ну, в принципе, для Bloodborne марафона тоже все готово. Единственное, чего я не понял, это я купил Old Hunter, но это никак не отображается. Когда я смотрел стрим другого чувака, у него прям было написано Bloodborne Old Hunter. Наверное, потому что он брал Game of the Year Edition, а я тогда думал, что игра говно и не купил Game of the Year Edition. Вот это вообще просто такая помойка. Кто не смотрел мои стримы, ни в коем случае, ребят. Но сейчас это уже и не актуально, но вдруг у вас появится какое-то такое, знаете, желание Destiny купить. Это как, короче, вы гоните его от себя. Это как когда вы смотрите на вашего
друга какого-нибудь и думаете, блин, а он симпатичный. То есть гоните от себя эти мысли, это плохие мысли. Destiny — это плохая игра, это 5000 просто в помойку. И очень жалко, что на PlayStation нет сервиса по возврату игр, как в Steam, если ты 2 часа не наиграл, потому что из этих игр осталось бы только дожить до рассвета, наверное, у меня в коллекции. Не. Не. Так, сейчас, секунду, последнее, что я забыл сделать, это... Всем привет, да, привет, друзья. Это я с чатом еще раз поздоровался. Там какой-то чувак привет пишет. Я сегодня не стал перекличку делать в начале стрима, что-то нет настроения. Ксертина, спасибо за подписку. А, еще одна просьба. Напишите плюс, кто подписан на меня и на We Love Games, пожалуйста, напишите. Зачем поздравлять тех, кто служил, если их надо банить? Ну, чувак, они и так люди, которые страдали от того, что им табуреткой в голову били, там, типа, насиловали в задницу и делали мужчинами другим способом, любым, там, который принят в армии, то есть, там, заставляли красить траву, поэтому, как бы, ну, нет смысла издеваться над и так несчастными людьми, идиотами. Да, так, довольно много народу. Друзья мои, пожалуйста, если вы меня поддерживаете и уважаете, у Дениса на канале есть такой модератор Сережа ТЛТ. Он конченый идиот, ущербный, за Иерусалим 1488, Ру, спасибо за подписку. Абсолютно забитый, как бы, закомплексованный, то есть на YouTube заливал видео женщин, которые там типа на канал подписаны, какой-то вообще больной человек, то есть при этом постоянно хамит, пишет какую-то тупость, поэтому если будете на канале We Love Games и там будет этот модератор, не бойтесь бана, просто, ну, высказывайте всякое неудовольствие этим придурочным, то есть пишите, что он больной человек, ему... в личку и так далее. Чинаски 616, спасибо за подписку. Ну, то есть, реально идиот, как бы. Поэтому, если вы подписаны на оба канала и в том тоже сидите, то всячески, как бы, плюйте в его сторону при первой же возможности. Видите его ник в чате, We Love Games, там. Ну, вас все равно забанят максимум на 500 секунд, потому что Денис, он конъюнктурщик, поэтому просто пишите там этому Сереже TLT, что он гомосек. Ладно. Господи, я... Сори. Ща, погодите. Его еще пока нельзя закрыть, пока она не прогрузилась. Я мискликнул. На следующей неделе. Погнали. Модератором ВК его. Кстати, интересная идея, надо с ним связаться. Ну, теперь после того, что я сказал... Ну, да ладно. Удачного стрима, Илья, всех с праздником. Спасибо за 300 рублей, окей, джуз. Удачного стрима, Илья, всех с праздником. Блин, я из-за тебя пропустил. Из-за тебя пропустил, короче, это самое... Информацию, которую... Сейчас звук настрою. Информацию пропустил про эпилептиков, поэтому если я умру во время стрима от эпилептического припадка, то вините этого человека. Ой, блин, зря я все-таки лучку навернул перед стримом прям. Вятич 91. Слава роду и все такое. Мне кажется, Вятич — это что-то связанное с больными людьми, которые вокруг елдака перуна скачут летом и зимой. Так, сейчас, ребята, я включу гейм-мод на мониторе. Без него вообще невозможно играть в игры на консолях. Особенно на PS4, у которой очень темный черный цвет. То есть у него нет, как бы, вот знаете, есть такая книжка и фильм 50 оттенков серого. Очень интересно, советую почитать, намного лучше там говна, которые в школе задают. Во всяком случае, в жизни пригодится, чтобы знать, как бы, какие отклонения у женщин бывают, если они становятся писательницами. Вот, 50 оттенков серого, вот, на PlayStation один оттенок черного, то есть любой черный цвет, тень там, я не знаю, это черный просто. Смогут ли Ubisoft в этот раз?
Star Triple RGG от Гитмана. Я не знаю, мне как бы другие люди вообще не интересны. Я так посмотрю, как Гитман проходит. Я уже сказал это в начале стрима, что я бы с радостью не свой стрим вел, а на чужом бы сидел, но... Да, и прошу прощения, донаты и подписки будут очень тихие во время этого стрима, потому что звук идет из одного источника, к сожалению. И он не слишком святой, чтобы вы не оглохли. Хотя здесь есть, блин, такая настройка громкости. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Я очень давно плойку не запускал, поэтому с настройками придется помучиться. Я буквально... Уже, наверное... Месяца три вообще, и она отключена была от компьютера. Сегодня занимался этим всем. Вот. Кстати, купил себе мышку новую, ну, запасную Logitech G303. Вот, блин, я просто фанат своей мышки Zoe FK2. Но надо признать, что я впервые задумался о том, что хочу поменять ее, потому что мне просто дико доставило... На Logitech G303. Я даже не ожидал, что Logitech смогут сделать такую прикольную мышь. Ладно, я отвлекся опять. Пора начинать. Пора начинать. Уровень сложности средний будет. Итак, новая игра от Ubisoft, нашей любимой компании. Исследуйте Урус в поисках мест, где можно установить тотемы, чтобы отблагодарить духов за то, что вы все еще живы. Слава духам. Изила прибыла в земли Уруса совсем недавно. В их глазах горел огонь. Блин, сколько интересно людей в Ubisoft работает. Они столько дресни выпускают за год. Это просто поверить невозможно. Вы можете разжечь. Назад в прошлое, друзья. Блин, тут долго будет мотаться. Если я правильно понимаю времена... Я бы, кстати, посмотрел про средние века игру. Хорошо, мордоворот, хорошо. Да, я и не собираюсь это скрывать. ПС. В активной роли не участвую, потому что быстро кончаю. Я рад. Курлык. Что ты нашел себя. Курлык. Давайте так нашим... Теперь тайным знаком тех, кто смотрит стримы, будет курлык. То есть, если вы меня видите в метро, и вы понимаете, как бы, что это я, то вы такие подходите, такие курлык. Я понимаю, что вы такие, как вот этот парень, который только что сдонатил. Спасибо, спасибо. Блин, мне еще Бука не перевела деньги за то, что я ремастер прошел. Жизнь. Дом для Винча. Что это? Винджа это как ниндзя? Нинджа? Или что? Так. Количество сотрудников превысило 10 тысяч у Ubisoft. Ubisoft представили. Не завидую я пещерным людям. Вот порно у них наверняка скучное было. Да, ребят, голосуйте за Subday процент названия игры в чат. Он будет, наверное, через через одну неделю, на всякий случай. А может быть и на это.
Илья, зачем? Спасибо за 200 рублей. Это противный донат, я не хочу его слушать. Я даже не видел, как мама факер выглядит. Но я знаю, как выглядит факер. А яблоко от яблони падает недалеко. Но факера я бы приласкал на самом деле. Спасибо за донат, Фьючер Мурманск. Ну так это же здорово, наверняка в каком-то смысле ты осуществил свою мечту. Давайте проверим, как управление работает. Ты чё, шутка же, дружеский прикол, мужик. Ёптыть. У меня больше палок нет. Я могу только лечить себя. Спасибо, мистер Юзлис, за 200 рублей. Ладно, чувак, давай закончим поскорее, убей меня уже. Ты немощный. Мистер Слон, мистер Мамонт, будьте добры. Спасибо. Курлык, спасибо за 180 рублей. Killer's Dead, ты знаешь, как ни странно, я хочу поиграть в Killer's Dead еще. Это лучшая игра все-таки с апдея. Надо бы, наверное, все-таки отдать какой-нибудь приз чуваку, который я заказал. Я сказал про подписчика, который только что... Сейчас кто-то задонатил. Блин, я все пропустил. Ну ладно, хрен с ним. Спасибо. Наверное, там 180 рублей было. А может, я и прочел. А может, там тупость была, я даже не знаю. Anyway, благодарю. По поводу Killer's Dead, да, я, блин, поиграл в эту игру. Она прям вообще мощная очень. Выглядит суперски. Ладно, все, давайте сконцентрируемся. Сегодня у нас, блин, Far Cry Primal. Вы должны быть счастливы, потому что не каждый день мы видим игры такого уровня на стриме. Даже раньше, чем они выходят на пека. Мы искать маленького мамонта, отделиться от стада, чтобы убить его и съесть малыша-мамонтенка. Седок, спасибо за подписку. Вот Седок молодец. Я всегда говорил, не сидел, не мужик. Почему-то... Какое-то, вот, знаете, разрушение традиции. Обычно в играх в начале рачком тебя учит ходить женщина. То есть, и ты как бы за ней ползешь. Во всех играх есть такой штамп. И смотришь ей в задницу. Много солнца горит, без еды и воды. Вот мамонт один. Такар, мы должны быть готовы. Теперь наши охотники пугать огнем. Блин, они отделили маленького мамонтенка от мамонтенка мамы или папы. И теперь нам надо его заколотить. Не. Блин, я не хочу участвовать в этом говне. Пусть сами убьют, я только съем его. Так, правильно, давай, мамонт! Хорош! Еще! Вот этих тоже мразей. Блин. Говнари вонючие. Я не могу удержаться. Мне, блин, жалко мамонта до усрачки просто. Мой совет. Погляди насчет прицела. Хорошо. А, ну если ты думаешь, что мне нужно автоприцеливание, то нет, я профессионал. Ну, давайте посмотрим, что там насчет прицела. Он включен. Автоприцеливание для лахов, как бы это. Оно тем более включено. Не сидел, не русский, да, да, да. Звук, мне не важно знать, слишком ли он тихий. Вы мне скажите, он меня не глушит, звук игры, а остальное меня вообще не волнует. Все, мамонт победил. Этих пидоров. Говнари вонючие. Михаил, удар!
Ну ладно, похоже, здесь выбора тупо нет. Эвил Растапанда, спасибо за подписку. Звук норм, ну отлично, отлично. Люблю вас. Хорошая охота, брат, хорошая, говорит. Хорошая прямо охота. Пещерный человек мне говорит. Блин, мне так жалко этого мамонта. Блин, не напоминай, чувак. Че ты мне травишь душу? Сейчас его еще и мистер Тигр решил трахнуть, труп эту. А, нет. Хорош, хорош, давай, давай. Мсти за мамонтенка Тигра. Хорошо. Кстати, главный персонаж Такар — это фамилия, если что. Имя у него Париж. Ладно, никто не поймет, почему это уморительно. Мы, как помните, те два украинца, которые из библиотеки скатывались в Киеве. Ай-яй-яй, больно такая. Не, песенка «Мамонтенка», она меня бесила еще в детстве. Это такая слезливая песня, это как инди-игры современные, от нее плакать хочется. О, нет! Ты не останавливаться, Такар! У тебя теперь правая грудь на женскую сиську похожа. Ты найти, Урус! Найти наших потерянных братьев. Ну да, действительно, пещерные люди. Посмотрите на его зубы. Они прям как у меня. И глаза красные, как будто он в интернете неделю сидел. Прощай, брат! Прощай. Они все будут говорить, как персонаж Fallout 2 с интеллектом 1 всю игру? Ладно, Ubisoft, я буду честен в этот раз. Если в этой игре будут видны ноги, то есть, когда я посмотрю вниз и я увижу ноги, то я уже поставлю 5 баллов минимум, я обещаю. Итак. Нет, пока вы еще можете заработать меньше, чем 5. Соберите, говорят, ресурсы, чтобы изготовить лук. Взять ольху. Блин, они даже на карте, что ли, не отмечены? Мне просто надо искать и палки рвать. А, ну понятно. Ubisoft представляет. Да блин, мне уже и не нужно, наверное, столько ольхи. Сейчас мы из говна-то лучок-то и замутим. Святой бомж. Брат, ты не понял. Я типа хотел... Так мне не важно, что ты хотел. Главное, что 200 рублей пришло. У меня стоит там все, чувак, но это не помогает, потому что это PlayStation, это кусок говна, как бы, понимаешь, тут. Чего не придумываю, а из говна конфетку не сделать, к сожалению. Но если ты купил PlayStation на последние деньги, у тебя отсосный компьютер, то, наверное, ты со мной не согласишься никогда в жизни. Но это уже проблема консоли-дебилов, как бы, страдайте. Я-то чисто из-за хайпа эту парашу завел, а так-то, в принципе, конечно же, это не возьму. Это тростник, я всегда думал, что так выглядит камыш, хотя потом мне открыли глаза на жизни и объяснили, что камыш — это вообще нечто другое. Так.
Прикольная анимация. Ладно, давайте, короче, записывать оценку. Полбалла за... Записывайте чат, чтобы в конце сказать мне, сколько у меня получилось. Полбалла за шерстяных мамонтов. Они прикольные. И... Чтобы охотиться эффектнее, нажмите, чтобы пригнуться медленно, подберитесь, удержите R, чтобы использовать зрение охотника. Не подходите слишком близко. И полбалла, короче, за анимации. Анимации неплохие. Так, мне надо трех козлов убить. Это я всегда готов сделать. Добер Энц, спасибо, дружище. Дружище, спасибо. Козлы где-то здесь ходили, по-моему. Я не знаю, козел это или нет, но... Так, Бэмби. Куда, куда, алло? А как же ваншот, ванкил, блин, а? Ну ладно. Ну это очередной этот пососный симулятор стрельбы в животных, короче. Спасибо за стрим, не за что, Минариус. Не за что. Я всегда готов поиграть в какую-нибудь славную игрульку от Ubisoft. Тише, козел. Козел, остановись. Ну ёптать. Козел, ну я на геймпаде, козел, ну пощади. Вот козлы. Ну ладно, сейчас они наверняка перестанут агриться. Не. Перестань ходить, козел. Ну куда он пошел? Я просто хочу вот раз точно в голову попасть, чтобы он опять не убежал. Колян. Благодарю тебя, Колян. Я тебя просто Колян буду звать. Ну, ты Колян, потому что продолжение твоего ника, оно просто длиннющее. Сейчас, парни. Так не видно ни хрена. Они постоянно уходят в... Не. Желтые козлы в желтом пшене. Я не понимаю. Я их не вижу теперь вообще. Ты козел. Блять, они могут стоять спокойно, а? Хорош, хорош. Вот это настоящее подлинное MLG. Ой, чуваки, блин. Я сейчас после этой оранжевой ржи посмотрел на второй экран, который не такой яркий и оранжевый, и мне так стало больно. Тоха про Хитмана сказал, что не смог прицелиться в голову. Ты написал, что это типа нормально для геймпада? Ну, чувак. Нельзя. Ты как бы написал, это все равно, что написать Токи, что он жирный мудила с толстыми пальцами и координацией 8-летнего ДЦП Дауна, поэтому лучше молчи. Он же видит комментарии совсем иначе, не так, как ты их написал, поэтому как бы... Тоха ты совершенно правильно делает. Я вот, например, офигел сегодня с комментарием придурка, когда там что-то кого-то забанили, он писал, ну да, конечно, типа, в группе Мэдисона нельзя критиковать этого святого Мэдисона. Ну, блядь, чувак, ну, это как бы логично, это моя группа, если я захочу хейт почитать, я пойду в группу какого-нибудь гомика, который меня хейтит. Типа... Также и Тоху, он анально оградился, абсолютно правильно сделал. Я бы на его месте еще сильнее оградился, зная, какие люди дебилы. Впрочем, он и так достаточно анален. Да сука, ну не надо. Ну хедшот же был.
Я мочь следить глазами охотника. Шерстяной мамонт. Ничего себе. Быстро вы придумываете никнеймы. Слушайте, вот так играть гораздо приятнее. Ну-ка, верните мне режим черно-белого экрана. Пока я не ослеп от этого радиоактива. Я, видимо, потратил режим. А, нет. Чуваки, ну это долго будет, как бы. Приходите минут через 20, потому что я не знаю. Это убийство козлов, это... Просто шикардос полнейший. На компе бы оно, наверное, побыстрее было, но... Здесь я даже не знаю, что сказать. Кажется, я видел козла, но я не уверен. Так, ладно, дайте я попробую отключить гейм-мод, а то у меня глаза вытекут, наверное, через полчаса. Более яркой игры представить себе невозможно, на стриме она не так ярка. Вот так лучше будет, наверное. The Hunter без доната? Ну нет, нет, нет. Я просто ни хрена не вижу. Желтые козлы в желтой траве, в, блядь, это ж просто охереть можно. Ё-моё. Они еще и не ваншотаются. Ubisoft, ну зачем? Ну seriously. Пусть бы они ваншотные были. Бог Одиссей, спасибо за подписку. Какой кайф в том, что, блядь, ходите два раза пытаться с геймпада в козла попасть. Какой просто идиотизм, я даже не знаю, как мне в голову. Еще и три надо козла обязательно, три. Одного-то недостаточно, чтобы доказать, что я охотник. Ну остановись, козел, ну пожалуйста, ну. Дай не будем усложнять. Спасибо за 200 рублей. Рад, что меня смотрят и умственно отсталые, как бы это говорит о большом охвате аудитории. Это, слава богу. Вспоминается Last of Us, да. Я тоже думаю об этом моменте. Смотрите, теперь это не просто козел, это единорог теперь такой с вантузом в голове. Так, а у меня есть показатель стрел. Жир зверя, кость. Ну, хоть не надо молотком бить по козлу, чтобы добыть из него жир и кость. Так, ну давайте побегаем, наверное, пока козла не увижу. Отключение, кстати, гейм-мода не помогло. От этой игры натурально глаза болят от ее гаммы. Уж не знаю, чувствуете ли вы это на стриме, но... Блин, мне такой сегодня сон отстойный снился. Это просто жесть. Мне надо переставать смотреть всякие тинсотецы на ночь. Потому что сегодня мне снилось, как я с какими-то шведами участвовал в арт-выставке, и мы калом обмазывались. А может, это был вещий сон перед игрой от Ubisoft? Хорошо. Козлы, мать их. Ночь приходить искать убежище. Это могла бы быть игра про Лару Крофт, на самом деле. Так вот, отлично. Отличное же место. Давайте немного себе ольхи нарвем, чтобы не одиноко было этой ночью. Потом, наверное, какой-нибудь апгрейд говна надо будет делать на лук или
большой колчан. Вот. Его даже увидеть-то трудно, я не знаю. Ну, блин, вам-то не трудно, да. Короче, блин, отстойно. На стриме все меньше, поэтому лучше видно. Такая оранжевая палитра была на закате PlayStation 2. Понятно, понятно. В новое дополнение Dying Light? Нет, это только на сабдей упадет. Ну, Dying Light неплохая игра, но мне почему-то так неохота играть ни в какие дополнения, ни в сам Dying Light. Но Dying Light неплохая игра. Даже, я бы сказал, хорошая. Но почему-то вот прям не хочется, не знаю почему. Есть какая-то такая. Я сейчас хочу играть только в Левиафана, XCOM, Bloodborne. XCOM я уже назвал. Ну и Варму еще, Варму Экстрому, но мне нужен Кекс, он сказал, что скоро будет. Нет, на Нью-Вегас нет планов, я эту игру 7 раз прошел, да один раз даже на стриме, но нахрена мне еще раз ее проходить, я устал. Я уже устал от Нью-Вегаса, мне он уже настолько надоел. Twitch.ru, спасибо за подписку. Так орбить. Нет. Окей. А, надо, да-да-да, подожгите дубинку, чтобы сделать факел. Логично, логично. Я просто буду отыгрывать первобытного человека, как бы, во всей своей красе. Интересно, как будет выглядеть... Тёлка, любовный интерес главного героя, он наверняка... Какие текстуры, а? Какие всё-таки текстуры? Что-то я подгорел аж. Да. Огонь ретардом не игрушка. Интересно, как будет выглядеть любовный интерес героя, потому что наверняка тут будет тянка. Но мне прямо любопытно, как она будет выглядеть, потому что как бы все первобытные люди были похожи на обезьян дебильных. Поэтому, чтобы школьники начали фапать на героиню, да, то разрабам наверняка пришлось постараться выкрутиться, как-то сделать ее похожей на какую-нибудь жену рэпера, знаете, там, с завитушечками. Да? Козлы умирали от крови потери. Козлы, ну ладно. От кровопотери. На карте. Спасибо, спасибо. Но я считаю, что надо быть настоящим воином, как бы. Не подбирать животных, которые умерли от кровопотери или еще какой-то дресни, а. А в честном бою против козла один на один лишить его жизни. Если что, на метакритике 7,7, по-моему. То есть где-то 7,5 из 10. Шел вон! Шел вон! Пидорас. Малолетний. Шулун, я сказал, отойди отсюда. Хочу шмонать кости. Ой, блин, опять все загорелось. Так, что это? Мясо X4. И стоило за козлами охотиться. Шли вон. Как договорились, 10 из 10.
Ну, за 1000. Ладно, ладно. Давайте, давайте, раз я сегодня продажный журналист, то попробуем. Знаете, пока мне нравится игра, во всяком случае, редкой тематики. То есть, мы всегда мечтали поиграть за первобытного человека, и, наконец-то, наша мечта сбылась. Таких игр мало, и даже если они не всегда хорошо сделаны, но надо уважать людей, которые не боятся новых идей. То есть, как раз вот люди из Ubisoft в этот раз буквально покорили меня, несмотря на то, что, в общем-то, по большому счету, это просто развитие идей в другом, скажем так, сеттинге. Но сеттинге-то каком? Сибирь, первобытные люди, оранжевая трава. Когда я ходил по этому миру, я прям, знаете, был впечатлен проработкой деталей. Как будто эти люди... Ну, конечно, если не знать историю, то как бы не так будет, уже не так. Вот если знаете историю, все эти отсылки вот эти, то, конечно, тогда поинтереснее будет играть. Советую вам перед тем, как начать играть, почитать что-нибудь про эпоху, в которой мы будем, да, приключения свои приключать приключения. Вот. И нравится мне еще в этой игре то, что, в общем-то, она полностью соответствует стилистике, то есть... 10 тысяч лет до нашей эры, да, и график тоже как будто 10 тысяч лет до нашей эры, то есть разработчики не отступили от своих идей ни на секунду. Можете поджечь любое оружие, для этого вам потребуется жир животных. Нажмите L1, чтобы открыть селектор оружия. Ага. Интерактивность поражает, надо признать. Еще никогда такого не было, что вы могли бы увидеть палки и поджечь их. Правда, потом вам опять надо в воду. Или не надо? Твою мать, только не ныряние под водой, я не выдержу этого. Не-не-не-не-не, я ща дропну. Если надо будет в этой ссаной темноте нырять, я прям ща дропну игру. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Слава богу, слава богу. Настоящее приключение, это оно, дружище. Это оно. Мне еще нравится, как если вы подобрали вещь, то есть как бы хотите подобрать, видите, что для нее нет места, то потом, заюзав еще раз подобрать, когда вы освободили место, этого уже не получится. Это сделано специально, чтобы, скажем так, подчеркнуть, то, что человек должен один раз выбирать свою судьбу, а не много-много. Так, на что прыжок? Винча пошел туда. Я идти за Винча. Мое честное мнение, конечно, конечно, конечно. Игра вполне может стать классикой игровой индустрии. Доказать нам, как нужно делать игры. Ну, собственно, ничего другого от Ubisoft и не ожидалось. Это понятно абсолютно, то что... Гении, они во всем гении. Им не важно, на какую тематику делать игры. ММО про зомби, там... Дресня про... первобытных людей. В конечном-то итоге, как бы, не важно, про что игра. Любая игра, она про вышки, понимаете, как бы. Любая игра про вышки, все остальное не так принципиально. Да вы затрахли меня, алло. Так, хорошо, хорошо, Вин же башкой стукнулся.
Мне нравится, как звери идут по бревну и между их лапами.